Всем привет! Доброе утро! Добро пожаловать в салон на пару! Привет-привет! Дети, мы сегодня рано встали. Сейчас я буду делать кофе. Да, потом мы будем смотреть парад. Угу. А потом мы будем... Что мы будем... А, потом у нас по плану военные фильмы. Вы же знаете. Я сегодня, говорю, мам, давай мы прям с самого утра снимемся. А то мы с середины дня как-то все время снимаемся, мы уже накрашены такие. Сейчас вот такие... Сейчас пойду, в общем, делать кофе. Мама уже зажгла свечи. Это моя бабушка, это мой дедушка. И мы решили после Нового года не убирать вот этих ангелочков, они вот здесь стоят, охраняют всех. Кофе мы не пьем до завтрака, то есть мы сначала позавтракали, и сейчас будем пить кофе. Мама будет вот две эспрессо, которые робуста Уганда, а я думаю, что я буду фортиссимо лунга, вот такую капсулку. Надеюсь, вам жужжание не будет мешать. Я всегда утром пью кофе вот из этой кружки. Это моя любимая кружка, черная и внутри коричневая. Она мне напоминает вот именно кофе. Мамина любимая чашечка вот эта из сервиза Кобальт. И, ну, не всегда получается мне делать кофе, но это ее любимая чашечка. Пока мы смотрим фильмы, мы решили сделать что-нибудь полезное. Например, подготовиться к летнему сезону, хоть у нас и 16 градусов, и потом 9 градусов будет, но все равно уже сделать отшелушивающие носочки. Но в этот раз мы пробуем первый раз Bon Voyage. Обычно мы... Вот конкретно эту фирму? Мы делали уже один раз. Bon Voyage? Да, ни разу не делали. Я не делала. В общем, на мой взгляд, первый раз. И раньше мы делали все время сосу. Я не помню, что мы делали, мы, по-моему, один раз только. Нет, не делали, в общем, мы. Это вот такие, ну, как бахильчики такие. Нужно сверху разрезать, они не разрезаны в упаковке. И уже одеть. Но вот те, которые мы раньше делали, японские сосу, у них были еще закреплялки, чтобы вот здесь вот так вот, ну, чтобы не слетали эти тапочки, был скотч вложен. Но здесь нет, и я взяла просто вот обычный скотч, чтобы их закрепить. Все, ножки готовы. Ну, готовы, в общем, еще 60-90 минут, и тогда уже будут готовы. А потом еще от 7 до 12 дней, вот тогда они будут готовы. Да, там получается... Вот, написано, через 4-7 дней они начнут отшелушиваться и будут отшелушиваться в течение 3-5 дней. И у меня почему-то всегда это быстрее все происходит. Да, у меня дольше все. У меня дольше. У меня все дольше, да. Чаек пьем, у меня чай с... Он там есть где-то, да? Он вон. Ой-ой-ой, заблюрился. С имбирем. Чему ты не фокусируешься? Вот. Нет, все равно он. В общем, там имбирек есть. А у мамы, как всегда, с лимончиком. Нас попросили снять, что у нас вот в этих стеллажах. Ну, все сразу не буду рассказывать про один. Про один расскажем. Он у нас непременный член нашего общества. Да. Да, мы все вместе. Будет все проверять. Мы все вместе. Вот в закрытых частях. Здесь у нас стоят пластинки большие. Здесь лежат всякие канцелярия, ручки какие-то, какие-то вот магнитики Анины, да. Какие-то вот военные действия. Флажки обозначают. А тут булавки. О, тут тоже булавки. В общем, вот всякая такая билибердинь. А, вот это вот на, как они называют, кнопки. Вот сюда как раз. Да, вот эти штучки. Ну, это не в эти вот, а в... Отдельно просто мы папки покупали. Папки такие, да, твердые, которые у нас в другом стеллаже лежат. Здесь у меня всякие эти проводки лежат. Да. В следующем ящике здесь лежат батарейки. Да, это их домик. И вот такие какие-то, как они называются?
Это переходник для мини-карты. Это... Всякие флешки, да, здесь лежат. Ну, в общем, вот тоже все вроде. А вот тут есть... Смотрите, какая у нас есть машина. Ну, эта машина просто простая, а вот эта машина крутая. Да, это покруче. Зато у этой цифры больше. Да что за то? Ну, что она простая? Вот эта машина реально крутая. Здесь можно и корень взять. Тут здесь кому нужно уравнения, синусы, косинусы, все делать. Главное складывать и приумножать. И считать, да? А, и отнимать. Нет, и приумножать. В следующем ящике лежат вот какие-то фотографии. Угу. О, это мы. Это мы в Турции. На пляжу. А, нет, это мы не в Турции. Это мы в... на Тенерифе. Это Риммель. Римини, тьфу, Римини. Римини. Это Римини, Римини, да. О, это Анька. Это я. Это Анька с мужиком. Это Анька валяется. Это же мы, ну, в общем, мы попали. А, так мы вот эти фотки часть показывали. Мы вот это не показывали. Видите, показывали, когда приехали. Здесь тоже вот... Много игральных карт. Карты у нас все почему-то увлекаются. Вот эти карты покупкой из Диснейленда, вот такие прикольные, вот с Микки Маусами, да, да, да. Эти нам Орифлейм подарил, когда мы ездили Happy Together. Это, по-моему, как раз на Тенерифе. А вот они, по-моему, не отличаются от других карт, мне так кажется. Не отличаются? Они просто в красивой упаковке. Не, они обычные. Но у них обложка, рубашечка другая. А, вот это греческие карты. Это английскими, с, да? С разными, наверное, с разными этими богами Греции. Но это еще не все, еще в Андрюшиных коробках, да, есть. Ну, много разных. А, карт. А вот здесь какие-то короли. Угу. Это агент 007. Да, это с Пирсом Броснаном. Ну, не только. У нас много разных карт. Вот. Раньше мы много у бабушки играли и в карты. И в этом ящике претензии. На самом деле, Анина... Это с поделками. У меня здесь книжки лежат. Здесь у меня всякое... А ты показывала? Я уже показывала, да. В общем, это вот все, что было по бисероплетению. Да, то, что я делала. Но не только бисероплетение, здесь все лежит. И там то, что я хочу использовать тоже для поделок. Вот, мне, вот это я взяла, битое стекло в Икее, да. Хочу сдекорировать кое-что. Ну вот, начало положено. Мамочки, какие у меня здесь губы, они вроде не такие. Не такие, у нас все почему-то меняет цвет, не, ну, видите, непонятно. По, ой, по ящикам прошлись. Это уже... мы в этих, в носочках ходим. Да, и уже время, сколько времени сколько прошло. Уже много. А, не, немного. А кто-нибудь поставил вообще время-то? Где? Что мы в носочках. Нет! Иди ставь, столько мы уже ходим. Ну, наверное, сколько снимаешь, только... Ну, поставим уходим, да? Где-то час. Нет, на полтора надо. У нас же... Ну, мы уже ходим с тобой. Да сколько мы ходим? Полтора ставь, а ты не ошибешься. Мы разрезали подложки. Вот. И теперь будем пробовать, как я они думала, отглаживаются. Вообще, когда мы их заказывали, что они будут поплотнее, под, ну, как бы потверже. Они оказались совсем тоненькие. У нас самый гладильный маньяк будет пробовать гладить. Так, нужна какая-то тряпочка. Вот отглаженный вариант. Но здесь все равно есть вот такие заломчики, никак они не отглаживаются. Мама придумала все это повесить на вот такую вешалку икеевскую. И у нас теперь это будет вот так вот висеть, чтобы больше не мялось. Ну что, все. Мы сегодня смотрели, ну кто нас давно смотрит, знает, что мы каждый праздник День Победы 9 мая смотрим «Щит и меч». Да. Все четыре серии. Да. Потому что это, ну, это мой любимый фильм, но они его... Почему? Наш тоже любимый любит. Фильм. Она его тоже любит. Да. Вот. А еще мы смотрели сегодня два фильма веселых про войну. «Небесный тихоход» и «Беспокойное хозяйство». Все наши старые артисты. Анька первый раз смотрела.
Оба? Разве оба, я да. один из них не видела? Ну, по-моему, нет. Да? А мне казалось, да. что какой-то знакомый. Вот. Добрые такие. Но хорошо. Вот 17 мгновений весны мы сегодня не стали с вами вообще. И думаю, в этом году мы не будем смотреть их. В прошлом году мы посмотрели все. И... Ну, кстати, Шедемит тоже, он такой позитивный. Конечно, я там умирают несколько человек. Плачу я всегда. А ну и в конце, когда это позитивная музыка, и он такой поворачивается, а то всегда плачу. Вот. Ну, это традиция у нас. Каждый Новый год, 31 декабря, мы с друзьями ходим в баню. Каждый 9 мая мы смотрим кино, ну вот все эти кино, потому что мы не выходим в толпу. У нас здесь в центре, ну просто батарейка разрядилась. В общем, замечательно. Мы провели тихо, спокойно 9 мая. Всех поздравляем с этим праздником. И желаем, чтобы всегда... Все помнили, кому мы должны быть благодарны за ту мирную жизнь, за то счастье, солнце, любовь, весну, которые нас окружают. Каждый год 9 мая мы отдаем дань памяти всем, кто прошел эту страшную войну. И не дай бог ей повториться. И традиционно мы просим вас написать истории про ваших бабушек, дедушек, может быть, мам, пап, кто принимал участие в Великой Отечественной войне. А мы вас очень-очень-очень сильно любим. Обнимаем вас крепко-крепко-крепко-крепко-крепко и желаем вам доброго утра. Счастливого дня. И спокойной ночи. Пока-пока.